Риск развития инфаркта миокарда можно значительно снизить. Риск возникновения инфаркта снижают, отказ от курения в 2 раза, снижение артериального давления до нормальной величины в 2 раза, высокая физическая активность в 4-5 раз, нормальный уровень глюкозы крови в 2,5 раза, отказ от чрезмерного употребления алкоголя в 3-4 раза, устранение стресса в 2 раза. Устраните факторы риска, сохраните себе жизнь.